Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Shadow Fight 2 История Сенсея. Сегодня в планах у меня победить вдову. Так, давай-ка мы выйдем с тобой на карту и посмотрим, что нам нужно сделать. Так, вдова. Ага, она принимает мой вызов. Но я думаю, что нам нужно немножечко подкачаться и, наверное, прокачать шмотки. Так, пойдем с тобой без ударов ногами в бой. В этом бою ты не можешь использовать удар ногами. Понял, сенсей. Ого. А это случайно не те самые молоточки, которые мне предлагали купить? По-моему, это именно они. Ну что же, а у меня Магари-Яри. Давай посмотрим, кто сильнее. Оу, какие у меня Магари-Яри? У меня булавы. Слушай, ну... Опа. Слушай, мне кажется, что тут все на изи пойдет. Все, парень поклонился. Да куда ты, родной? Перфект. Отлично, первый раунд за нами. Причем без особых проблем, просто его накумарил. Что-то эти молоточки, видимо... Тихо, посмотрим. Опа, неплохая комбинация у них, я смотрю. Давай-ка вот так сделаем. Смотри, что он хитрит. Да подожди. А, я жму на удар ногой, думаю, где же он? А у нас его нету. Все. Этот ниндзя какой-то был легким на самом деле. Несмотря на то, что он тут, конечно, пробовал прыгать, что-то юлить, мы его все равно с тобой заколбасили. Ну что, дуэли у нас закрыты. Испытания на безумке. Ага, вот тут вот у нас турнир. Уровень сложности нормальный. А, старый-старый пердун дед вышел. Да, со своей Глефой все никак он не распрощается с ней. Ну что же, давай. Магари-Яри, как говорится, вперед. И с песней. На. Подкосил я его в воздухе. Стой, 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 дедуль. Не надо. А, я так и думал, сейчас врежет в спину. Поехали. Блин. Очень, очень много наносит урона мне его сюрики. Но я тоже не сдаюсь. Поехали дальше. Не-не-не-не-не-не-не. Да я же хотел присесть, ну что же это такое, а? Так, ребят, откатываемся и заклинаха. Ты смотри, что он творит, а. Ну, дедуля, а. На тогда в табло. Поехали дальше. По ногам, правильно. Так, пробитие брони идет. Пробитие шлема. Так, ногами, ногами, конечно же. Я уже хотел сказать, у меня нет удара ногами. Я же забыл, что то испытание уже пройдено давным-давно. Отходим. Попробуем. У-у-у. Зажарили. Да хрустящие корочки. Это только был первый бой такой долгий. Раунд 2. Ну давай, дедуль. Ага, ага, попался. И очень даже неплохо попался. И еще раз попался. На, куда ты тут? Попрыгушка. Ах ты, а если так? Ну все, ребят, я думаю, что ему, в принципе, уже и кранты. Что он тут может сделать? Нет, он еще может что-то замутить. Все, мы ему сбили каст его заклинания. Остается только добить. Ну, старик для меня сейчас такой легкий. Полляму мы с вами зарабатываем за один бой. Просто какие-то суммы. Заоблачный. Так, уровень сложная. Уровень сложная. Так, на выживание я вообще уже перестал ходить, потому что я не вижу, ребята, в этом смысла. Мне хватает денег и так. Это, конечно, в оригинале. Нам там, ну, никак нельзя не ходить. 370. Вот эти вот саи предвестника. Хочу купить. Вот они, эти, кстати, молотки. Давай глянем по броне. Не хватает совсем немножко нам гемов. Вот эгиду святого, я думаю, стоит приобрести. А тем более против вдовы. Тем более против вдовы. Шлем у нас с тобой куплен. Прокачан по полной программе, да? Ага, древний чакрам. И заклинаху мы можем с тобой улучшить. В общем, давай с тобой копить, наверное, вот на эту мантию. Нам нужно 305 гемов. А где мы можем с тобой гемы набить? На выживалке, верно? Верно. Поехали, попробуем с тобой здесь немножечко набить. Ну...
вот эта вот броня с отхилом очень-очень штука классная будет. Упс. Какого лешего тут? Ё-моё, хорош, парень. Первый бой я уже тут влупляю. Чё, потерял что ли что-то, парень? Или мне показалось? Нет, мне не показалось. Он потерял свою жизнь. Да нет, на самом деле он жизнь не потерял, ребят, он просто отдыхать лег. Так, это у нас ниндзя. Я узнаю, ребята, эти серпы. Сейчас будет выпрыгивать. На! Ать! Ну что, добиваем, наверное, ее ногами. Оп! Прямо вот так вот локоточком она мне. Хорошо. Уносите эту женщину. Раунд третий. Слушай, я, наверное, сейчас сделаю, знаешь что? Я вот так вот сделаю. И вот таким вот образом. Быстро и безболезненно. Отлично. Так, ага, с молотками. Ну, такого парнишку мы уже видели, так что я думаю, не проблема, нам будет с ним справиться. Так, вставай давай, я еще с тобой не закончил. Опа! Не надо. А если я? С удара, ё-моё, с удара пол хп у него отнял. Так, переходим на раунд 5. Я думаю, что мы с тобой накопили уже нужное количество нам гемов. И нам не будет проблем приобрести их. Прям в сра... Мне понравилось, как он в сраку ему воткнул. Ой, блин. Перфект. Отлично, ребята. Шестой раунд. Оу, кус оригами тут уже. Да, тут уже посерьезнее будет. Поехали. Не надо. Уже там. Так, давай вот так вот. Все? В плане. Но он успел все-таки на дорожку мне, да, коленочкой щелкнуть, так сказать, в челюсть. Раунд 7. Всего лишь здесь 10 раундов. Вот, а вот это вот ниндзя будет, наверное, вредная. По ногам. Ох, как смачненько. Давай, 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 вставай. Поехали. Попала под комбинацию. И добиваем. Ой-ой-ой-ой-ой. Хотя она промазала. Так. Хотела, видимо, бросить свой сай. Точнее, даже я бы сказал не сай, а она, скорее всего, хотела сюрикен бросить. Оу, нифига ты, парень. А дубина-то у тебя не слишком большая, а, парень? Для твоего росточка-то. Ё-моё, вот это дал. Что ты там уже в карман полез? Я же видел, что ты хотел сделать. Зря. Было глупо. Чего? А как он так... На! Поехали. Все, парень готов. Друзья мои, остается последний раунд, по-моему, да? Или какой, девятый? Девятый, еще два раунда. А, с тесачком, чувачок. Поехали. Опа, слишком долго замахивался ты. Давай ему. Блин, я думал, сейчас в задницу ему кольнем. Да повернись ты, господи. Вот. Так, началось, да? На! Пока эту комбинацию ты не закончишь, да? Ты ничего сделать не можешь. Все. Да ну. Опа. Нет. Твою ж налево, ребята. Ну. И подрезаешь. Нет, не попал, поехали. Да, я пока там свой чакр доставал. Все, ребят. Ну, смотри, 45 гемов. Это более чем достаточно. И плюс еще 327 тысяч. Меня это вполне устраивает. Ну, где моя броня? Я хочу ее приобрести. Эту эгиду. Где она? Вот она. Ну и, конечно же, ее прокачать, естественно. Хм, а с какой шанс, интересно? 4,5%... А, нет, это в секунду, елки-палки. Я уже думал, шанс 4,5%. С каким таким шансом я буду тут драться? Ну что, улучшим, наверное, еще столб огня. Ну, не знаю, ребят. Теперь, наверное, можно сунуться, в принципе, и на вдову. Или все-таки здесь пройти. Давай, наверное, здесь добьем. Заодно еще, как говорится, укрепимся. Так, у нас опять атаман. Атамашечка. Заодно проверим, как часто будет... Ох ты, нифига, костюмчик, конечно, у нас класс, смотри.
пробитие брони, точнее шлема. Ну куда ты тут прыпаешь-то? На, на, иди отсюда. Конечно, ага. Ох, Атамаша, Атамаша, давай. Блин, хотел ему бросок сделать. Попал. Ой-ой-ой-ой-ой. Все? Угомонись уже. Давай, зарядь. Сбил. Он сбил мне. Еще и в табло зарядил. Да что ж ты будешь делать-то? Поехали тогда так сделаем. Стиль брутал мы с тобой набили, пока дрались. Ну, кстати, ни разу еще не заработала у нас вот эта вот хилка. Поехали. Оп-оп. Ну, вставай давай, паршивец. Ай, ногами-то своими корявенькими машет. Давай вот так вот, опа. Поехали, 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 поехали. Упс. Нет. Так, зарядим. Крышка ему или нет? Крышка. Ну что, ребята, выиграли мы. Пол лямчика заработали. И только, говорится, ладно. Что мы можем с тобой прокачать? Давай посмотрим. 566 тысяч. Я думаю, можно прокачать. Слушай, броня полностью, шлем полностью, чакрамы. Или же вот так вот. А на чакрамы хватит? Хватит. О, ребята. Ну что, добьем последних два уровня здесь. Чувак с тесаком. Так и звать его, тесак. Я думаю, что у этого парня, ну, просто нету шансов. Просто нету шансов вообще здесь выиграть нас. Хотя начал он довольно неплохо. Поехали. Ой. Так, так. Опа. Фул комба. Так, а если... Куда это ты? Смотри, что творит, а? Ха-ха. И по пяткам, и по коленкам получает. Ага. А чакрам хочешь? А вот так хочешь? Я все-таки успел его опередить. На! Пора зажигать. Ну все, ребята. Первый раунд за нами. Продолжаем нашу битву. Зато кто прав или... Ох, елки ты, палки ты. Ты видел, как он мне сейчас нащелкал? Прям как гопник семечками. На! Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Что он там? А как это? Ты был стоять. Я его там пинал. Он как он так умудрился? Если я его там бомбил, он еще сюрик в меня бомбануть успел. Фига ты, Филя. На. Созрел, надеюсь, парень. Поехали. Так, жарим. Че там, поворачивайся. Все, поздно. Поза толчка у него только что была. И он, ребят, не успел ничего среагировать. То есть не успел подняться из нее полностью. Только так, на полусогнутых подергался. Ну и последний у нас с вами раунд. Твою же налево, белка. Тоже с Магарьяри. Она меня в той-то серии нервы потрепала. Будь здоров. Я просто, ребята, оттягиваю тот момент, когда идти на вдову. Я знаю, что сейчас будет просто жесть какая-то. Ага, ага, а. Нет. Да почему ты не приседаешь-то, блин? Тень, блин. Не хочет приседать, и все. Поехали. Опа. Так, так. Неплохо. Поехали дальше. Здравствуйте, приехали. Пробитие брони. На. Куда ты? Да, конечно. О, все, радость. Жгем. Понял. Не хочет, ребята, она погибать. Но это и правильно. А кто хочет сдаваться? Да никто. Ну что, будем... Да как ты делаешь-то? Я же тебя зажал в углу, начал коленкой бомбить. Она умудряется еще сюрик свой выпустить. На, чакрам лови лучше. Так, первая победа за мной. Первый раунд мы с вами одолели. Слушай, долгие такие бои у нас тут. И это нам повезло, что мы еще с тобой сбили у нее, да, этот Магарьяри. Отлично. Ать! По ногам-то все-таки подсечки свои сделал. Ах ты, зараза мелкая. Не надо! В общем, девочка, смотрю, совсем оборзела. Совсем, как говорится, нюх потеряла. Стою и, главное, жду, улыблюсь. Когда... Так, а теперь чакрамчик ей. На! Вот и все, ребят.
делов, как говорится, на копейку. Легенда. Достижение я получил. Легенда. Видишь, как оно все получается у нас. Выполнено. Ребят, весь турнир прошел, как ты видишь. Ну что? Так, тут легко. У нас еще испытание, оказывается. Выбей оружие противника. В этом бою противник регенерирует. Обезоружь его, чтобы победить. Ну, давай попробуем. Выбить. Это не все так просто. Выбить из него еще дурь всю. Хм. Но постараться надо. Посмотрим, насколько быстро он еще регенерирует. Да ладно, отойди. Не выронил. Все? Так. Да присядь ты за Сири, а? Не хочет. Да дай выбить из тебя дух-то, а? Как это сделать-то вообще хоть? Ну-ка. Поджарил. А что я смысл поджарил? Если... А. То есть проиграет тот, у кого... У первого вылетит оружие, я так понимаю? Нет, я-то урон получаю, в отличие от него. Как надо так критануть или так сделать? Время еще идет, понимаешь? Но это явно не с помощью Магари-Яри нужно делать, мне кажется. Ну когда ж ты оружие-то свое потеряешь, а, засранец? Уже столько нахлобучил его. И все равно, да? Эть! Может, бросок ему сделать? Ума не приложу, что надо, как из него тут дурь всю эту. Неужели? Друзья мои, я выбил ему на 17 секунде. А, еще и раунд 2. Да ё-моё, а чё так? Раунд 2. Ну, жарим. Поехали. Ох ты, за серия, а. Так, будешь ты распрощаться со своими дубинками или нет? Не хочет. Ну? Трындец, я его там колбашу. Да, конечно. Да потеряй ты свои эти булавы. Он не хочет никак с ними распрощаться, понимаешь? Я у него уже пробитие шлема делаю, смотри. Опа. Кто кого? Я в этом замесе ничего не понимаю. Кто кого бомбит сейчас? Бросок, поджог. Подсечки пошли. Ну ты будешь терять, а? В спину уже. По ногам. Там каких только серий комбинаций. У меня по башке. Ну ты сам видишь, что тут, я не знаю, как еще сделать. Оу. На. Не хочет, ребят, 17 секунд осталось, блин. Давай еще сфейлимся по времени, а. Ну как же сделать-то, а? 3 секунды, ребят, не получится. Что такое? Я проиграл, да? Выиграл? Так я же оружие у него не выбил из рук. Странно. Хм. Так, ну что, последний бой. Бой ши... Ой, нет, 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 нет. Бой шестер. Кстати, ты заметил, что мы сдрались, и я не видел, чтобы у меня шел отхил на моей броне? Что за броня, которую я взял, и она меня не хилит? Это нечестно. Давай, наверное, с тобой прокачаем заклинание, прокачаем чакры. Ну и, как ты понимаешь, мы идем с тобой на вдову. Какой сильный мужчина.
ты станешь отличным дополнением к моей коллекции. Да? Что это за глюк? Блин, трындец. Хотел дочитать, но там что-то глюкануло. Вся надпись. В общем, короче, она меня хочет приворожить, да? Сделать своей марионеткой. Мы дрались уже с первой формой. Это еще сенсей дрался с ней. Теперь эта участь передалась на тень. Я помню ее на эти веера паршивые. Так, я помню, что у нее отхил и все прочее это у нее есть. А тебе не кажется, что слишком маленький урон я наношу? Не, это нормально? Ну-ка. Так, попробуем поджарить. Ага. Ну хотя бы заклинать хоть что-то. Не надо! Да, конечно, ага. Тихо. Понял. Ага, началось. Поехали. Да блин. С ней опасно играть через камбу, ребята. Смотри-ка, не побоялась прям. Да иди ты, козе, как говорится, в трещину. Попробуем. Да какой я же хотел, блин. Поехали. Че сейчас за подлагивание, блин? В процессе боя, блин. Ага. Да ладно, блин. Слушай, ребят, я не вижу смысла от моей плешивой, вонючей брони, которая мне не дает никакого хила. Она вообще ничего не делает. Где хил? Я спрашиваю. Еще это лагание какое-то тут. Так и должно быть. Специально что ли так делать? Я не пойму. Давай зажарим. Понятно. А чакры если бросить? Все? Да уж, все, конечно. Висит пробитие защиты. И хоть бы что ей. Хоть бы лес по деревне. И это, ребят, не забывайте, первой стадии. Только первый бой, на второй стадии она начнет лютовать. Слушай, мне кажется, что почему-то вот удары ногами и прочее намного больше наносят урона, чем оружие. Вот верь, не верь, а вот так вот получается. Я, по крайней мере, вижу этот урон. Надо же, по ногам не звездануло. Может быть, вообще с ней без оружия драться? Да нет, это бред будет, без оружия драться. Короче, она меня здесь ушатала. Это чушь полная. Вот это вот Магари Яри здесь, ну, вообще не работает, ребят. Вот не работает, и все. Поехали. Может, чакрами ее забомбить? Забомбил. Ай, блин. Слушай, мне кажется, что здесь игра имеет какие-то определенные, ну, не глюки. Но ты посмотри, как бы тебе объяснить-то поточнее, видишь, пинок? Ну ладно, пинок это фигня. Вот, удар. Ты видишь урон? Теперь смотри. Магари Яри бьет. Тебе это не кажется слишком подозрительным? Что ногами я наношу куда больше урона, чем оружием. Зашибись. Ну а чё бы и нет-то? Вообще какой-то бред. То есть хоть действительно с ней дерись без оружия. Она меня здесь ушатает, понятное дело, ребят. Тыч, промахнулся, да? Подловила. Даже ни одного этого в магазин, а что мне? И я всегда здесь, приходи, когда будешь готов. Ты достойный соперник. Мы могли бы стать друзьями. Или даже больше, конечно, буду я тебе другом. А с другой стороны, если подумать, я еще не прошел мясника. Но мясника, подожди, или я прошел? Я должен получить его шмотки.
Ну-ка, дай-ка я гляну. Мясник. Давай, поехали. Блин, нафиг я покупал эту броню? От которой, ну, действительно, толка нет. И смотри, кстати, с мясником, по-моему, та же самая фигня получается. Я его сейчас буду бомбить оружием, и он будет получать маленький урон. Так, давай проверим. Ага, ага, поехали. Нет, ну, мясник получает, ну, побольше урона, согласитесь, побольше. Не так, конечно, много. Ага. О, зашибись ты, жирный. Успел-таки, да, гаденыш меня подловить? На! Ай-яй-яй-яй-яй, почему я так не могу делать? По ногам, ну, естественно. Слушай, мне кажется, или какое-то подлагивание микрофрезы идут. Нет, кажется, наверное, да? Просто такое ощущение, что как-то вот он поддергивается. Давай, вставай, жирный, я сейчас с тобой не закончил. Так. Поехали. Теперь жарим. Успевает просто. Не, ребят, ну это какое-то читерство. Ну а как это еще назвать? Заколол. Это читерство какое-то. Он, я успеваю, я, значит, запускаю магию, да? Он успевает встать и еще уйти от нее. А сейчас, не забывай, ребята, он будет... Что он сейчас будет? Он сейчас будет делать землетрясение свое. То есть наносить колоссальный урон, и мы все прекрасно помним, сколько он наносит дамага от этого суперудара. Ну, вот сейчас, вот оно. Все, я готов. Это у меня и так было мало хп. Если бы у меня было все фул хп, да, он бы меня забомбил. Может быть, нам поменять свой Магари Яри? А на что? На Саи, вот на что. Как вариант, да, но на Саи нам нужно накопить еще прежде. Да это валит, а, колобок, блин. Поехали. Вот так вот его и остается только держать. Не надо прыжки свои делать только. Ха-ха-ха-ха. У меня получилось, ребята, во время его нового суперудара сделать прыжок, поэтому... А вот так вот, как тебе? Понятно, понятно, понятно. Все, молодец. Оп. Поехали. Ну кто кого? Я его. Фух. Друзья мои, 2-2 счет. 2-2. Пятый раунд. Это будет серьезный, сложный раунд. Ой! По-моему, ребята, мне кранты. Офигеть. Ну вот согласись, ну как так может с двух плюшек просто меня вынести? Слушай, сейчас последний бой с тобой поиграем. Если я его завалить не смогу, в чем я больше чем уверен, что не смогу, я, наверное, пойду набивать себе на Саи. Мне кажется, что Саи все-таки довольно быстрое оружие, и как раз против вдовы оно будет более успешным и эффективным, чем вот это вот Магари Яри. Магари Яри хороша вот против вот этого жиробаса, потому что он такой, ну, неуклюжий, так скажем. Хотя, если он в гнев войдет, он очень даже уклюжий. Нет, все-таки что-то какие-то фризы, ребят, происходят. Фризы все-таки, как ни крути, какие-то есть. Опа, поехали. Кто, я? Ну это как понимать вообще, а? Что-то мне эта картина напоминает предыдущую партию. Ну ты посмотри, сколько он отнимает у меня здоровья при кровотечении. Очень много. Ох, хорошо, как мух досталось сейчас. Ты будешь что-нибудь делать, а? Заклинаху.
поздно. Тупорылый тень, а. Ни хрена не хочет делать, что надо, блин. Просто на пустом месте фейлимся, блин. Хоть раз бы попасть в него магией, понимаешь? Хоть бы раз, блин. Как он, блин, умудряется это сделать? Как он умудряется вообще избежать вот этого удара? Не понимаю. Я такой, уж насколько, блин, кажется шустрым, но не могу никак этого сделать. Никак, понимаешь? А он делает. Ну, смотри. Попал. Не может быть. Но тут, ребята, радоваться рано. 1-2 счет в его пользу. Сейчас начнет прыжки свои плешивые делать. И это говорит о чем? Что его нужно держать возле себя. Поехали. Или просто не комбить. Вот так вот. Ну да, не комбить. На, на. Надо, чтобы он упал. Да ну нафиг. Ага. Трындец. Так, друзья мои, короче, делаем небольшой, так сказать, перерывчик. Для вас он будет в секундочку. Для меня он будет чуть подольше. Я пошел, короче, зарабатывать саи. Вот эти саи стоят они 370. Мне придется 10 раз проходить испытания, чтобы их заработать. Чтобы их заработать. Но мне кажется, они будут намного эффективнее, чем магарьяри. Да? На выживание 56 это максимум. Ну, судя по тому, как я прохожу довольно немедленно, я должен все это, ребята, заработать. Или же все-таки попробовать опять с ней подраться. Ну, не наносят урон, понимаешь? Не наносят урон. И броня, которая... Она хоть вообще одета на мне? Дай-ка я посмотрю. Она надета на мне. Но почему она не срабатывает? Что это за дурацкий... Шанс на восстановление 4,5% в секунду здоровья, так, в течение 5 секунд. От получаемого свойства и силы. Прокачан вообще топово. Просто топово прокачан. Понимаешь? Не знаю, ребят. Но если Исаи вот эти окажется фуфло, тогда не знаю. В общем, ребят, увидимся попозже. Ну что, дорогие друзья, вот был мой последний поединок. Надеюсь, сейчас мне хватит гемов, чтобы приобрести те самые саи, ради которых все это дело и затевалось. 387, они стоят, по-моему, 370, если я не ошибаюсь. Давай-ка глянем. Да. Покупаем и затачиваем по полной программе. Денег я тоже там накопил, будь здоров. Так, что у нас по броне, все отлично. Слушай, я вот думаю, может быть, нам... Вот эту броню лучше прокачать. Она, по крайней мере, идет с поглощением урона, чем вот эту вот на отхил, который фиг поймешь, когда сработает. Давай попробуем так сделать, а? Вот, и наденем ее, да? Вот в ней я хочу... Так, 753, а здесь у нас тоже 753. Так что, ребята, здесь просто больше шансов, ну, естественно, не получить урона. Да и шлем бы, если честно, хотелось бы... Наверное, вот этот вот. Но копить уже на него не буду. Ай, не знаю, есть ли какие-то у нас с тобой шансы победить вдову с этими саями, но попытаться стоит. Во-первых, нужно привыкнуть к ним. А это опять же время. Ну, я надеюсь, мы будем с вами хотя бы вешать кровотечение. Надеюсь на это. Сейчас посмотрим. Фух, вдовушка-вдова. Ну-ка. Вот такие вот у меня саи. Ну, слушай, ну, по крайней мере, я вижу урон. От Ямари Гарри... От этого я не видел, а здесь видно. Урон идет.
Пуск не такой, конечно, мощный, но лучше. Тихо. И вот кровотечение я не наблюдаю, если честно. Чтобы мы с тобой могли вешать. Опс. Ну, естественно, и вампирик тут. Не без этого, да? Так, секунду. Мне бы ее уронить бы. Давай заклинаху. Нормуль. Тихо, ну что ж ты не пригибаешься. Поехали. С ней часто сложно драться. Что будет, когда она на вторую стадию перейдет? Ну, естественно, заклинание. Ох, друзья мои. Блин, какая стерва противная, а? Не могу, прям мне выводит, раздражает. Я не знаю, как еще это назвать. Кто кому? Ё-моё, она мне. Она мне прописала, умудрилась, да? Угу, попрыгаешь потом. Ну, конечно же. Так, вали. Не надо. Так, пробуем. Да что ты... Ага, допрыгалась, да, бабочка? Певчая. На, на. Вот так вот. Поехали. Да что ж ты прыгаешь-то тут как сайгак, а? Не надо. Заклинаха. Вот слушай, вот хорошо, что у Сай, знаешь, какое есть небольшое преимущество. Что, а... Воу-воу-воу-воу-воу. Что он пригибается. То есть она может промахнуться и своими, как говорится, сюрикенами. Осталось совсем чуть-чуть, ребят, ну. Да куда ж ты бьешь-то, а? Есть. Это первый только раунд. Ох, сейчас она будет жестко лютовать. Что у нее там? Отхил, да, включается в автоматическом режиме. Какой там нафиг отхил? Поехала, поехала. Теперь моя очередь. Да где ты в пень, а? Заклинаха. Естественно, уворачивается. Так, посраки получила. Бросочек, великолепно. Давай, 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 рейчик, жмем ее, жмем. Немножко не вовремя, ну ладно, ничего, пока терпимо. Так, заклинаха. Попала, да? Попала. Ну-ка, бросочек. Есть контакт. Вставай, вставай. Блин. Давай, 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 давай. Не позволяем ей, ребята, тут ничего такого делать. Поехали. Встаем, встаем и бьем, бьем ее. Есть. Ху, друзья мои. 2-1 счет. Ну, я ничего не могу сказать против Сай. Они великолепно себя показывают против нее. Но я смотрю, что у нее бонусы тоже не работают. Опа, вот и бонус, ребята, сработал. На отхил. Жарим. Увернулась, конечно же. Что-то, мне кажется, сейчас будет жестко. Бросок она умудрилась мне сделать. Как? В ответочку ей. Давай, 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 по ногам, правильно. Сейчас будет выпрыгивать. Поехали. Отлично, отлично. Опа, это что сейчас было? Такое мог делать мегалит, я помню. О, 2-2, ребята. Она сейчас сделала такой удар, как мегалит. Телепортировалась за спину и начала бить своими веерами. Но это ты не вовремя, конечно. Так, тихо. Поехали. Нам ее главное... Да что ты? Ну хватит уже. Как она меня пробила? Я ничего не делал, я специально... Ну тут все понятно, друзья мои. У нее удары типа как у мегалита, в то же время как у... Точнее, вулкан мог телепортироваться за спину, а мегалит имел вот это вот заклинание. Ну вообще, подохнет когда-нибудь или нет? Я уже задолбался тут, как сайгак, прыгать. Давай, поехали. У нее опять отхил, да? Включился сейчас. Только что было это дело, я видел. Давай, 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 давай. Нет, 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 тут она может заклинаху применить. Да перекатывался. Короче, ребята, она меня здесь взрючила. Заново, конечно, заново. Блин, ну, сами мне больше нравится. Да, приходится делать один тот же удар.
То есть комбо, да, двойной, то есть пробивной, потом сверху, накидной, так скажем, ударчик. Но есть от этого какая-то польза. Если бы не ее вот эти вот паршивые заклинания, которые она сейчас применяла, я думаю, что она бы тут недолго бы веселилась, будем честны. На, в голову тебе, на тебе, засранка, еще гори в аду. Поехали. Так, я ее сейчас, бросок, давай, не получилось. Поехали. Так, она промахивается тоже. Так, здесь лучше, наверное, вот так вот перекатиком сделать. Не надо. Она же сейчас может вампирик на себя повесить, верно? Ага. Бросок она мне сделала. Умудрилась все-таки, а? Паршивка такая. Все, заколол. Так, первый раунд за мной. Друзья, ну расслабляться не стоит. Не стоит. Сейчас начнется лютость. Поехали. Опа. Давай жарить. Так, пробил. Бросок. Ух, шикарно. Поехали. На тебе. Так, опять отлетело, да? Пробитие брони стоит. И вот это вот начинается у нее. Вот этот вот бзикос вот этот. Хотела. Ты видел, что она хотела? Вампирик. Опять врубила себе вампирик. Так, ребят, мне нужно что сделать? Мне нужно уронить ее. Не вовремя. Не вовремя, ребята, это сейчас все получилось. Да отойди ты! Ну вот как она делает, блин, я не могу ее бомбануть, она... Но ведь это несправедливо, ребят. Я боюсь даже подпрыгивать лишний раз от этой стервы, потому что можно ожидать от нее все, что угодно. Просто все, что хочешь. Да упадешь ты когда-нибудь или нет, а? Мне надо, чтобы она упала, ребят. Так, жгем. Есть, 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 есть. Нет, нет, родная моя, не надо. Подрезала, да, все-таки? Ну, естественно, вампиризм включился, все как полагается. Я ее должен, ребят, завалить. Поехали. В голову, давай, 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 давай. Есть. Друзья мои, 2-1 счет. 2-1. Сейчас она будет еще злее. На. Так, жгем. Да как так-то, блин? Так, она там хотела... Ты слышал, да, звук? Ну, ты слышал, на... характерный звук. Хотела сделать свой суперудар. Но, видишь, не получается у нее ничего пока. Ну, сейчас получилось. Тут не поспоришь. Так, колем, колем ее. Есть, упала, жгем. И, конечно же, анхил подключился. Есть, давай, 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 Рэй. По ногам, правильно. Что, кто, она? Нет, я, по ногам. Так, закалываем, закалываем ее. Уходит, уходит стервоза. Нет, не в этот раз. Да что ж ты будешь делать? Мы как эти, как два сайгака. Ты будешь падать или нет? Мне нужно заклинаху применить. Есть контакт. Нет, 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 не надо. Есть. Фух, друзья мои, вот она, вдова. Неудержимый. Я получил достижение и невеселая вдова. Твою ж налево, я тебе скажу, это было жестко. Серьезно. Но достойно. Каково это победить слабую женщину? И ты тот, кто закроет врата теней. Не успеешь моргнуть, как сила врата разорвет тебя на части. Таинственная оранжевая печать, полученная от вдовы в жестоком бою. Одна из 6 частей ключа от темных врат. Как же кружится голова. Чары вдовы превратили меня в одержимого страстью маньяка. Спасибо, что спас меня. За мной должок. У меня от этой вдовы мороз по коже, но вдруг она права, у меня плохие предчувствия, словно что-то большое и страшное ждет нас впереди. Не теряйте самообладание, врата теней уже близко, мы должны быть готовы к встрече с неизвестным. Ёпрс, это, друзья мои, мы пришли на территорию Сёгуна. Акт 5. Железная пята.
даже не пятый, а шестой. Как странно, по пути сюда мы не встретили ни души. Здесь даже деревьев нет, сплошная пустыня кругом. Врата теней совсем рядом, их губительное влияние здесь сильнее всего. Я помню, какими плодородными были земли вокруг мраморного города. Смотрите, зарево. Что мы видели все это время, это горит мраморный город? Как так вышло? Что случилось с теми, кто в нем жил? Может, мы еще сможем им как-то помочь? Возможно, но надо быть осторожными. Обычный огонь не горит так долго. Эти места теперь царство теней. Полные иллюзий. Держи ухо востро и будь готов к чему угодно, мой ученик. И я, ребята, получаю 31 уровень. Фу, позже. Наконец-то, друзья мои. Так, что мы изучим? Наверное, пробивающие блоки. Окей. Так, и забираем с тобой награды. Хотелось бы посмотреть, какие... Так, необходимо скачать. Ну, давай. Теперь можно купить больше. Да иди ты со своими монетами, все лезет. Я хотел посмотреть на шмотки. Дубинка такая нехилая, ребята. Так, что-то мне это копье знакомо. Это что у нас такое? Катары. Творец судеб. Тяжелые нунчаки. Метеоритные ножи. Острая тонфа. Хм. По заклинахам. Ох ты, водяной шар. Астероид. Ёлки ты палки, а. Сколько здесь, ребят, всяких плюшек. Топоры зверя. Кристаллические шипы. Кунаи ветра. Крылья дракона. Острый чакрам. Ой, какие красивые броньки. Ё-моё. Нифига, мантия короля пауков. Шикарно. Ой-ерой. Кираса предвестника. Доспех небожителя. Ох. Доспех некроманта. Нифига, ребята. Вой банши. Классно, согласись, да? Шлем вдохновения. Блин, так смотрится вообще офигенно. Шлем Ифрита. Шлем небожителя. Шлем Икара. Демонический шлем. Менгу. Спартанский шлем. Имперский плюмаж. Здорово. Здорово. Это, ребят, мы с вами будем обязательно все покупать. Обязательно будем воевать. Тут у нас, ё-моё, долгая и веселая будет история. Нам нужно... Да что за... Нам нужно с тобой старые раны. Там пройти 3 стадии турнира. Турнир у нас пока будет сложным. Но это все, ребят, возможно. Вдова принимает твой вызов сразу же. Ну потому что здесь нет ночного режима. Поэтому сразу же он тебе открыт. Но я еще до сих пор мясника. Кстати, мясника можно будет попробовать потом завалить вот этими сайми. Кстати, ты заметил, что когда я дрался со вдовой, я ни разу не повесил сайями. У меня сайты какие? Где они? Сейчас давай посмотрим. Которые у меня надеты. Эти саи должны вешать. Вот, смотри. Кровотечение. Ты видел, чтобы я вдове хоть раз повесил кровотечение? Лично я не видел. Поэтому я уже даже что-то честно сомневаюсь, что вообще работает ли здесь вот эти вот заклинания. Ну, на ней-то работали же, помнишь, она могла отхиливаться. Правда, не так часто, но ведь могла. Тем более, когда мы с тобой дрались с сенсеем против вдовы, она там постоянно юзала, да, вот это вот вампиризм, то отхил, вампиризм, то отхил. Ну, слава богу, мы завалили. Я вот теперь, как мы будем здесь интересно драться против Сёгуна, именно сенсеем. Вот это вопрос меня, конечно, очень сильно интересует. Я не знаю, что из себя представляет Сёгун. Я ни разу с ним не дрался, не доходил. Но вот у нас будет с тобой в следующей серии. Ну, в следующей серии вряд ли мы дойдем. Но в ближайшее время будет у меня такая возможность с ним встретиться и посмотреть, кто он такой. Но я так понимаю, это какой-то типа самурая. Очень крутого. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!